أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى وسلم على رسول سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمتي هندر الجماعة أدرات الخبال رعون الخل كنا نجي يكنا رشابي الله أس إتلر كنا زقها مجلس بركة هاب إتلر كشتبي شورو لب كيفابي عمر في لب نبيجي Дорогие братья, как и предыдущие коллеги выступали на русском, я тоже буду говорить на этом языке, потому что это общий для Дагестана язык. На самом деле, начиная с самых первых веков проникновения ислама на земли Дагестана, ислам сопровождал акида Ахлюсунна валь Джамаата, имама Ашари, а также фикхи имама Шафии, а также тасавуф Ихсан, который усовершенствует совершение религии каждого мусульманина. Поэтому вот те имена, о которых здесь говорились, такие великие люди, как шейх Абу Муслим, естественно, они были суфиями, ибо без тасавуфа невозможно очищать свое сердце от духовных пороков, от низменных качеств, которые закрывают доступ мусульманину попадать прямо в рай. Мы по истории знаем, что суфии играли огромную роль в истории нашего края Дагестана. Если на примере наших имамов Ази Мухаммада Хамзата и Шамиля Кадасаллаху Асрарахам, они были суфиями и они потратили свою жизнь, расходовали свои самые драгоценные моменты для того, чтобы сохранить нашу религию, ислам на наших землях, в сердцах дагестанцев. Вот благодаря ихнему, вот этому баракату, ихним стараниям, можно сказать, Дагестан сохранил свою мусульманскую идентичность. Далее, когда пришли времена революции, когда начали распространять идеологию коммунизма, и когда Дагестан уже начиналась гражданская война, такие великие люди, как Сайфулла Кади Кадасаллаху Сирруху, Хасан Афанди и их ученики сыграли огромную позитивную роль, чтобы защищать наш Дагестан от бесполезного кровопролития. И чтобы ислам не переставал передаваться от алима к алиму, от устаза к устазу, даже во время Советского Союза. И то, когда распался Советский Союз, мы все помним, взрослого поколения больше помнит, это маленькие, но молодые, наверное, не знают. Дагестан стоял на пороге гражданской войны на почве национальных движений. Еще появились такие чуждые нам идеологии, как идеология ваххабизма. И тогда ученые тасавуфа, устазы Ариката сыграли огромную роль для того, чтобы Дагестан избежал этого ненужного кровопролития и чтобы дагестанский народ получил вакцину от этой болезни чумы, которая называлась ваххабизмом. Вот наш муфтият в самых начала 90-х годов под, так сказать, руководством шейха Саида фанда Адасалу Сируху и до сих пор под руководством шейхов тасавуфа не перестает проводить в Дагестане, то есть работу по примирению народу Дагестана. Благодаря их стараниям тогда мы сумели избегать войны на межнациональной почве. Альхамдулиллах, хотя нашим соседям Чечня не сумели этого избежать, сумели избегать такую масштабную войну на почве ваххабизма, потому что эти устазы тасавуфа, эти алимы, которые их окружали и стояли рядом, сумели донести до людей вред этого течения ваххабизма, и они, альхамдулиллах, избегли этой участи, наши соседи. Дорогие братья, вот такие мероприятия, они имеют огромную роль для того, чтобы мы любили друг друга, уважали друг друга, и были знакомы, проявляли добродушие. Вот этот очень важный момент нашей религии, потому что
разделение имеет очень негативное воздействие. Когда джамааты разделяются, уходит баракат. Каждый человек сам за себя. Это очень плохо. Поэтому вот разделение на основе чего происходит? На основе этих низменных качеств, которые имеют место в сердце каждого человека. Каждый человек любит этот мир, мирские благонаслаждения. Каждый человек имеет определенную степень зависти к другому своему брату. Каждый человек имеет в себе высокомерие, которое не позволяет ему слушать другого и принимать мнение других. Вот эти низменные качества, они привиты в саму сущность человека, потому что Аллах Таала, когда сотворил человека, вложил в него вот эти качества, присущие шайтану, как зависть, как обман, как лицемерие, как высокомерие. Вот они имеют место в душе каждого человека. И поэтому наша религия, наш Создатель, наш Пророк призывает нас, чтобы мы очищали сердца от этих пороков, ибо наличие этих пороков мешает нам исполнять религию, как это полагается. Уран говорит: «Аллаху биллахи шайтану раджим, бисмиллахи рахмани рахим, кад афляха ман заккаха, ва кад хаба ман дассаха». Тот человек, который работает над своим нафсом, над своими нравами, над своими низменными качествами, очищает сердце от этих духовных пороков и вместо них украшает свое сердце благими нравами, вот этот человек кад афляха ман заккаха. Тот, кто очистился от этих всех негативных качеств, он стал счастливым человеком, он приобрел для себя счастье. «Вакад хаба ман дассаха». А тот, кто забросил свой нафс, не старался его очищать, не старался исправлять свои вот эти низменные нравы, он проиграл, он свою долю упустил. Поэтому с самых первых веков нашей истории исламской, самых первых неспосланий аята Кур'ана, Аллаху Та'ала нас призывает, чтобы мы работали над улучшением своих нравов, исправлением своих вот этих недостатков. И для этого уже с самых первых веков есть такая специальная наука, которая называется тасавуфом. Куран Аллаху Та'ала говорит: «Аллаху биллахи шайтану раджим, бисмиллахи рахмани рахим, я айюха аллазина аману таккуллаха вабтагу илейхи алвасилата». وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. الله تعالى говорит: يا أيها الذين آمنوا. Это он к нам обращается, к уверующим. Это после того, как человек уверовал Аллаху Тааля, когда он стал мусульманином, и когда он свою акиду, вероубеждение, соответствуя Ахлю Сунна валь Джамаат, уверовал Аллаху Тааля. Я ирадин амад такуллаха. Аллах Та'ала говорит: «Иттакуллаха, вы бойтесь Аллаху Та'ала». То есть после веры необходимо таква. Таква — это означает исполнение предписаний шариата, остерегать от запретов. То есть чтобы человек выполнял все предписания нашей религии и чтобы он остерегался от всех запретов. Это является таква. То есть после веры, после акиды идет вот это фикхи, таква. То исполнение всех предписаний Аллаху Та'ала мы откуда знаем? Когда изучаем фикхи, когда изучаем науку юриспруденции. Далее говорит: «Вабтагу илейхи алвасилата». Аллаху Та'ала говорит: «Вы ищите плюс к этому пути приближения к Аллаху Та'ала». Это каким образом? Ученые говорят, вот это наша таква, то есть исполнение предписаний шариата, они не являются приближающим нас к Аллаху Та'ала, если мы не будем их исполнять с искренностью, ради Аллаху Та'ала. Если мы их исполняем, преследуя какие-то личные, корыстные цели, если мы будем их исполнять без хузура, ради так сделал, вот эти деяния, они не являются таква, они нас не приближают к Аллаху Та'ала и к его познанию. Поэтому после того, как человек принял нашу религию, ислам, стал мусульманином, и после того, как он исполнял предписания шариата внешне, он обязан вот это, чтобы его служение, богослужение было искренним ради Аллаху Та'аля. И вот этот третий пункт как раз таки человек достигает с помощью тасауфа. Тасауф — это борьба.
Тасауф – это борьба человека со своими страстями. Пророк, алейхиссалату вассалям, достоверен в хадисе, который передает Ибн Хаджар Аскалани, говорит в хадисе, это в хаджат аль-Вадае, когда он исполнял последний свой прощальный хадж, он сказал, «Аль-Муджахиду манджахада нафса, манджахада хавуху филлях». Муджахид – тот человек, который борется на пути Аллаху Та'ала, который проводит джихад, это человек, который борется со своими страстями, со своими низменными качествами, со своими духовными пороками ради довольства Аллаху Та'ала. То есть, тасавуф – это джихад, когда человек каждый день, каждую минуту, каждую секунду, он контролирует себя, контролирует свои действия и поступки, контролирует свои мысли и свои цели. Вот это является, вот это джихад. Имам Газали, когда саллаху сирху ихья говорит, вот борьба с таким внешним врагом, она заканчивается. Например, вот сколько было войн, они закончились. Потому что либо враг будет убитым, либо враг тебя убьет. Заканчивается. И на этом тот, кто погиб на пути вот этого джихада, становится шахидом. А человек, которого убивает его страсти, его внутренние вот эти низменные качества, он погибает навечно. Поэтому борьба человека с этими страстями, они бесконечны, потому что внутри тебя есть враг. Когда твой город занимают враги, внутри этого города враги, как ты можешь бороться с внешними врагами? И самый близкий тебе человек, близкий твой друг, соратник, это твоя душа, твой нас, заключил союз с твоим врагом шайтаном. И поэтому, прежде чем бороться с внешним врагом, человек обязан бороться со своим внутренним врагом и победить его. Вот этот внутренний враг – это его эго, это его «я», это его страсти, это его низменные вот эти цели личные, которые он преследует. И вот эта борьба – это является тасавуф. Тасавуф – человек на пути этого, вот этой борьбы вместе со своим устазом, наставником, каждый день поминает Аллаху Та'ала. Каждый день он вот покаяние в грехах, каждый день он на салават пророка саллаллаху алейхи, на пророка саллаллаху алейхи читает. То есть он все свое время расходует на то, чтобы он исправлял свои вот эти низменные качества. Поэтому вот этот тасавуф, он является неотъемлемой частью борьбы человека против своего нафса. Газали говорит, когда саллаллаху алейхи сирху, вот эти наши плохие нравы, вот эти наши низменные качества, духовные пороки, они подобны змеям и скорпионам. Если вот эти обычные ядовитые змеи и скорпионы, если они укусят, человек либо заболеет, либо же умрет. Но ахирате он будет за это вознагражден. А если человек погибает от укуса вот этих нравов, его каждый раз, когда его кусает, вот этот его тот или иной плохой нрав, он отравляется, отравляется и отравляется, и в конце концов он погибает уже окончательно, безвозвратно. Поэтому он говорит, для того, чтобы человек исправил свои нравы, чтобы он свое богослужение делал ради Аллаха с ихласом, ему необходимо над этим работать. И самый лучший вариант для этого – это наличие шейха. Наличие шейха, который указывает тебе на твои недостатки, который указывает тебе, какие тебе шаги следует предпринять ради очищения твоего этого сердца. Вот самый лучший вариант, чтобы очищать свое сердце от духовных пороков, это наличие шейха, тасауфа. Потому что он, этот самый лучший врач, он специалист в этом направлении. Обычный факих, который наизусть выучил вот эти десятки тома исламской юриспруденции фикхи, он не может тебе помогать в этой пути, потому что он не специалист в этой области. Человек, который наизусть выучил десяток книг по акиде, он тоже не специалист. Для этого нужен именно специалист, который именно является шейхом тасавуфа. Вот имам Газали говорит, вот самый лучший вариант – это наличие шейха. И когда человек находит такого шейха, который вот у такого же шейха муридом был, тот у другого шейха был, и так его вот это учение доходит до пророка, саллиллаху алейхи, посредством синсиля, это является его счастьем, его спасительным кругом, и он должен держаться этого круга, пока не спасется. Мы на этом у нас
регламент заканчивается, пусть Аллах Тааля сделает нас из числа людей, которые свою веру укрепили именно на основе вероубеждения Ахлю Сунны валь Джамаата, или Ашаритов, или Матурдиита. И пусть Аллах Тааля сделает нас из числа людей, которые таква имеют. То есть они исполняют предписания Аллаха Тааля и остерегаются его запретов, соответственно фикхи. В нашем случае это шафиитский мазхаб. И пусть Аллах Тааля сделает нас из числа людей, которые достигли или же стараются достигать искренности, совершенства религии, которая является исламом, ибо Аллах Тааля для нас дал для этого всех трех пунктов полную возможность. Пусть Аллах Тааля собирает нас в судный день под знаменем пророка, саллиллаху алейхи, и даст нам выпить из хауда Кавсара, как он сегодня нас подарил этим дождем. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.